Хотелось бы в первую очередь поздравить с началом наступления, приближением священного месяца Рамадан. 18 июня, первый день поста. И, как известно, мусульмане всего мира, они проводят разного рода очень значимые, очень важные социальные проекты. Подобного рода проектами является как раз-таки шатер Рамадана. Это некая площадка, где собираются представители разных конфессий, разные люди общаются, встречаются, укрепляют узы братства между собой, стираются некие преграды между людьми. И мы надеемся, что как раз-таки этот шатер способствует привитию также в людях важных нравственных качеств, что также на сегодняшний день необходимо. Шатер Рамадана будет открыт в течение всего месяца Рамадан, то есть это 29 дней. Помимо того, что будет проходить официальные вечера, также каждый вечер будет посвящен одному из нравственных качеств. И людям будет даваться задание это нравственное качество постараться как-то реализовать в своем последующем дне. И как раз-таки мы надеемся, что, опять же, данная площадка, которая посещает ежедневно около 1000 человек, поспособствует тому, что и люди, и общество будет меняться к лучшему. И как мы видим, те события, которые происходят в мире, мы в этом на сегодняшний день очень сильно нуждаемся. И другая информация, очень важная информация, которая мне поручена председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации о том, что главная мечеть России – Московская соборная мечеть официально откроется 23 сентября этого текущего года. Это событие, которое мы ждем уже многие годы и ждут не только мусульмане России, мусульмане всего мира. Это очень важное событие, это некий центр, который многих объединяет и многие в ожидании, когда же мечеть откроется. Из-за этого официально мы объявляем о том, что 23 сентября Московская соборная мечеть откроется, и на открытие приедут главы многих государств, в том числе и глава нашего государства Владимир Владимирович Путин.